Свет включен, утром им хлеб отвезли туда. Туда только на амфибии ездят. Я разговаривала тоже, вот меня хозяйство беспокоило, там, толочка, да. Он говорит, все нормально у нас. У них же и в мирное время, так скажем, магазин выходит только раз в пятницу, передвижной магазин. И там у меня ж дачники. Они там то есть, то их нету. Но человек 60 там. Если дачники не приехали на выходной, это же все на выходной случилось. Женщину беременную вывезли. Надо было в больницу вывезли. Кому-то надо кого-то вывезти. Вот они оперативно звонят, вывозим.